Вообще, изначально, конечно, я серьезно к этому не относился. Ну, в это сложно поверить, что ты в каком-то виде спорта вдруг можешь стать лучше, чем другие. Об этом на тренировке сегодня с улыбкой вспоминает Дмитрий Гордеев, пожарный из 24-й пожарной части филиала «Азот» и мировой чемпион по русскому жиму лежа. Штангу весом 55 килограмм он поднял 211 раз за 10 минут. Это на 11 повторений больше предыдущего рекорда. Сейчас готовится к одному из главных турниров года – чемпионату мира Федерации русского жима, который состоится 18 ноября во Владимирской области. Буду выступать в элитарном дивизионе, называется жимовой марафон. Тебе дается 3-5 минутки, то есть ты выходишь 3 раза на помост, жмешь в течение 5 минут, там какой-то отдых определенный есть где-то в районе 30 минут, и должен показать за 3 подхода тоже определенное количество результатов. И вот в данной федерации можно выполнить норматив элиты русского жима. Думаю, что выполним, в принципе, на тренировке уже выполнил. Дмитрий знаком со спортом уже довольно давно. Начинал с легкой атлетики, бегал на средние дистанции. Тягать железо, выражая спортивным языком, он стал 2,5 года назад. Свободное от работы время. На экране архивные кадры. Звено Дмитрия проходит огневую полосу психологической подготовки. Она состоит из нескольких элементов – лестницы, эстакады и дома. Так условно называют лабиринт, собранный из металлических прутьев. Увлечение спортом помогает Дмитрию справляться с тяжелой физнагрузкой и в работе. Работа связана в большинстве своем с физической нагрузкой. Помогает, да, думаю. Ближе к концу тренировки Дмитрий признался, что совмещать спорт и работу ему никогда не было сложно. Служба в пожарной охране для него тоже своего рода приятное увлечение, на которое идешь с удовольствием.